чтобы организм, когда вылечил, тогда начнет эти болячки пожирать. Люди бывают жар понижающие, 40 градусов, скорее что-то, а этого не надо. 41, кажется, даже 41,5, и в это время организм начинает пожирать все клетки. Болезнь, болезнетворная. Это все сегодня уже доказано. И вот таблетки, уколы. Ну, вот температура же тоже народными средствами же тоже сбивается. Вот святой Чачигов или Чичигов, вот я вот читала, да, он народными средствами же тоже. Обыкновенная, даже вот не пить, не есть, обыкновенная соль, даже пососать немножко, и то снимает жар и температуру высокую. Лично я пробовала на поле, температура 40 была. Улетела. По хлебу, а ударить на хлебе нельзя. А как, допустим, младенцев, вот, допустим, к причастию приносят? Разрешается кормить грудью или нет? Что разрешается? Грудью кормить маме разрешается, младенцы маленькие? Младенцы. Можно, да? Ну, понимаете, священники тут все... Значит, тихо, Никита, не хочешь, да? Ну, чуть-чуть, я тебе все вылежу. Попробуй. Хлеба, да? Ну что, похлопать вас по лбу? Что у них тут стоит? Это просвора. Просвор. Это вода святая. Оправдались. Ну что, готовы? Столов-то мало, вмещались. Уже стол еще один, да? Они давай. Больше. Я два раза, две очереди. Господи, прости меня грешный и помилуй. Господи, Боже мой, слава Тебе. Нет иного Бога, кроме Тебя. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. 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 Спасибо, Ну, собери, я потом еще приду к домой.